В селе Зеленец Актывдинского района появится производство по организации водного раствора сульфата алюминия. Приказ о подготовке документации для планирования под него территории подписал министр строительства и дорожного хозяйства Сергей Двуреченский. Согласно документу, в качестве места под новую промышленность выбран адрес, по которому сейчас размещается местный водоканал. Само химическое соединение обычно используется как раз для очистки воды. Нежелательные примеси и частицы при взаимодействии с ним оседают на дно емкости и легче отфильтровываются. Впрочем, спектр применения гораздо шире. Вещество может использоваться в текстильной промышленности, сельском хозяйстве и при производстве бетона.